24 августа, ко дню независимости Украины, областной департамент охраны здоровья провел иммунизацию населения на платформе передвижного пункта массовой вакцинации в вакцинальном автобусе. Одесситы и гости города, желающие получить прививку, выбирали между вакцинами AstraZeneca и CoronaVac. Какую вакцину вы имеете желание провакцинироваться? Коронавак или AstraZeneca? Коронавак и AstraZeneca. Давайте вторую, это Коронавак. Коронавак. Да. Первая доза сегодня, вторая будет через две недельки. Сообщат. Сообщат, да. Да. 30 минут находитесь здесь. Куда подъедете? Сейчас вы закрываете. Конечно. Мы сразу укололи. А когда вы прекращаете работу? Как? Да, когда закончим всех желающих вакцинироваться. Дальше автобус с мобильной бригадой отправился в Затоку, где на центральной аллее провакцинировались отдыхающие курортного поселка.